Прошла всего неделя, а новостей уже навалило от души. Включайте свой трактор BIM и погнали. Начнем мы сегодня с разработчиков. Нежданно-негаданно начался лорный ивент, и у этого лорного ивента нету конечной даты. Ивент погружает нас в войну триголовиан и дрифтеров. Игроки, проходя ивент, могут собирать специальные части от большой головоломки, которая состоит из множества частей. Первая часть головоломки уже разгадана, и она дает нам понять, что ивент в дальнейшем затронет Зарзах. Что будет с Зарзахом и что еще будет затронуто, пока не ясно. Догадок в данный момент много. Самое вероятное, что Зарзах как-то будет связан с почвенем. Но это пока только теория. В общем и целом пока ничего не понятно, но очень интересно. Но как же играть в этот ивент? В любом известном и неизвестном космосе появляются разломы, так называемые Deep Flow Rift. Данная аномалька является боевкой первого уровня, и ее надо насканить. При проходе в эту аномальку вам понадобится от 2 до 3 трактор-бимов, не путать с трактор-юнитами. В червоточину пока зайти нельзя, но можно с помощью трактор-бимов вытаскивать оттуда части головоломок и среднеценный груз. С одной аномальки падает до 25 миллионов исок. По времени вы потратите от 8 до 15 минут. Активируя тракторы бимы из червоточины, будут появляться коробки, в которых будет и находиться этот лут. Если вы возьмете слишком много тракторов, то перегрузите червоточину, и заспавнится отряд неписи, которая весьма неприятна. Хоть она и не поинтит, но если ваш корабль не обладает большой танковкой, вам придется покинуть комплекс, чтобы не погибнуть. Перегружать червоточину много раз тоже не выйдет. Перегрузив ее хотя бы трижды, червоточина схлопнется. В комьюнити Евы ивент уже обозвали рыбалкой, да и в целом CCP тоже поддержал этот тренд, добавив в таблицу лута фрозен рыбу. Так что можно сказать, что в Еву добавили рыбалку. Не уходя далеко от разработчиков, надо вспомнить, что начались отборочные бои на альянсовый турнир, и в честь этого в игровом магазине NES есть специальный набор, приуроченный к АТ. За 200 плексов вы получаете 20 дней Омеги и скин на Ротлу. На Гомозавре такая же акция, но она чуть-чуть другая. За 1800 рублей вы можете получить 50 дней Омеги вместо 30 и скин на Ротлу. Что касается самого АТ, уже прошло 2 дня из отборочных. В данный момент идут отборочные так называемые фидеры. Кто попадет в основной состав АТ, пока еще неизвестно, но уже сейчас заметно, что Ева не станет прежней. Крайне много команд выставляют новый эденкомовский индус на турнир в Сквал. И бои иногда выглядят крайне странно. Все дело в том, что индустриальные корабли стоят очень мало очков. Я более чем уверен, что даже в основном турнире, когда пройдут фидеры, мы увидим, как команды будут выставлять новый индустриальный донкомовский кораблик Сквал на поле боя. Корабль настолько эффективный за свои баллы, что его начинают банить, чтобы не играть против Сквалов. Может, через пару лет мы увидим боевых атахеронов. Раз был упомянут Херон, надо поговорить про скан стаканов. На этой неделе они тоже отличились. Если кто не знает, альянс скан стакан проживает в Фейтаболисе и в Амисте. В последнее время давление со стороны Империума прекратилось. Скорее всего, Империум сильно занят боями против Панфама и Винтерко. Так или иначе, скан стаканы задышали полной грудью. Не подышав толком, на них сразу же нападает альянс Brotherhood of Spacer и начинают выдавливать их из Амиста. Поначалу казалось, что стаканы шатка-валка, но потеряют Амист и будет очередная потеря территории. Но последние недели стаканы начинают показывать зубы. Несколько успешных боев против боссов, и стаканы переходят в контрнаступление. Более того, злой Херон на своем альянсовом собрании объявляет денежный конкурс по запилу и уничтожению станций и сооружений противника. И читалась эта новость весьма комично. Если бы этот план не сработал. Строения боссов там и тут стали подвергаться нападению и стали генерироваться огромное количество таймеров, и боссы действительно перестали успевать все делать. Почувствовав слабину, стаканы инициируют крайне смелую тактику в домашней системе боссов. Они дропают в фортизар. Справятся ли уже боссы с такими нападками судьбы, мы уже узнаем уже через несколько дней. Если уже говорим про нули, значит, надо поговорить и про пауэрблоки. Гунсворм и Империум неудержимы. Пройдя огнем и мечом по Курсе, Кетчу и Именси, наступление продолжается уже в регионе Скалдинг Пас. Не жалея сил и пэтов Хурды, Гуны и Ниты выжигают альянс дикоев. Хурда пытается пару раз дефать дикоев, но без использования капиталов это получилось крайне жидко. Гуны, чувствуя, что сапера Хурды далеко, активно разыгрывают данную карту и каждый раз ломают ход боя. На очередном фортизаре дикоев, заброшенный в гущу событий, капитальный флот ломает стамину защиты и ставит точку в противостоянии.
После этого боя Хурда перестает дефать дикоев вообще, наверное, понимая, что с апкапом уже ничего не поделать. В данный момент Империум выжигает клайм дикоемов в скалдинг пассе без сопротивления. Не буду растягивать новости, более громких новостей не было. Подождем еще недельку. А с вами был Архонт Сибирский с новостями из мира ИФ онлайн. И помните, хорошую систему к херам не назовут, наверное, надо ехать туда. Поехали к херам.